Приветствую смертные на ваш экран вновь, Pass of the Calderay, доп-компания для третьего варика, где мы играем за нежить, только не нежить, а ночных эльфов, ну, поняли, да? Итак, три ключ трех лун, да? Мгновениями позже, рядом с уничтоженными вратами. Вот опять по ночи тут у нас гиппогрифы наверняка будут, да? Можно на них будет очень сажать, по идее. Хотя нет, какие гиппогрифы, что я несу? А, охотницы? Отходим к лесу. Ты прошел через эти врата, но следующие тебе не по плечу. Внутренние врата Сильвергарда открываются особым ключом, который тебе никогда не достать. Ты зря теряешь время, женщина. Нельзя остановить неизбежное. You think that I'm running from you? Сразу видно, никогда не сражался с некроордами до этого. Проклятая девка. Мы должны перебраться через реку. 10 000 светлячков. Не нужно кланяться. По имя правосудия. Гиппогрифы. Я служу свету. Ой. Где враг? А мы точно с такой толпой справимся? Да, два уже это толпа. Так-то. За честь и отвагу! С каким-то мелким отрядом. Свет дает мне силу. Где враг? Лорд Артес, our forces cannot attack the flying beasts. Не бойся, гиппогрифы расправятся с ними. Я служу свету. По имя права. А, только на них нельзя никого сажать, потому что это бесполезная юнита. Разумеется. Отличный план. Так, чё у нас тут? Гнобиш, орбита. Я служу свету. Жить кринж. Hello, Sunny. А, вот как это выглядит. Мой лук всегда со мной. Want me to fly? Не нужно кланяться. Hello, Sunny. У нас мало времени. Я служу свету. Готово. 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 Hello, Sunny. Готово. Кринжатина. Ну, так даже, может, и неплохо. На самом деле. Свет дает мне силу. Я служу свету. Ну, пока тут можем отсиживаться. И нам надо хотя бы немножко войск сделать, чтобы чуть-чуть Конечно. Дальше продвинуться, потому что тут наверняка нас сольют. Отличный план. Не нужно кланяться. Свет дает мне силу. За честь и отвагу! Конечно, разумеется. Отличный план. Не нужно кланяться. Готов. Наши воины вступили в бой. Во имя правосудия. За честь и отвагу! Конечно. В смысле они не смогут быть рекоут? Hello, Sunny. Свет дает мне силу. Они получат по заслугам. Отличный план. Жалкий глупец. Ну ладно. За честь и отвагу. Не буди его мне, зверя.
во имя правосудия. Свет дает мне силу. Конечно. Готово. Интересно, эта ракета, хоть какая-то польза от нее есть? Где враг? Здесь. Типа сингл. Надо будет чекнуть. Я служу свету. Отличный план. Наши воины, конечно, вступили в бой. Разумеется. О, здорово. За моего отца! Во имя правосудия. Когда начинать? Сейчас. Где враг? Свет дает мне силу. Не буди его мне, зверя. Когда начинать? Меня будить! За честь и отвагу! Отличный план. Разумеется. Когда начинать? Во имя правосудия. Отличный план. Укажите мне слишком просто. Офигеть. Сразу еще и Вирма прислали сюда. Наши воины вступили в бой. Я служу свету. Круто. Значит, гиппогрифы так или иначе нужны будут тут. Если мы тупо жить хотим. Want me to fly? Блин, если я хочу разведать, просто гиппогрифы могу себя послать. Все, что я думаю? Hello, Sunny! Вообще, пусть он стоит. Мало ли чего надо будет. Мой лук всегда. Не нужно кланяться. Want me to fly? Свет дает мне силу. Если они все прибывают через эти тачки, то достаточно поставить несколько сторожевых древ, чтобы они просто замертво падали. Никто сюда не сможет прийти. И останутся угрозы только в виде фроствирмов, которые поодиночке легко ломаются. Где враг? Hello, Sunny. Так, ну-ка, давай эту штуку возьмем. Посмотрим, что из себя представляет, тем более 2000 всего. Я готова. Она одноразовая все-таки. Слабая очень. При этом дорогущая. По имя правосудия. Укажите мне путь. Разумеется. Готова. Не буди его мне, зверя. Ваш ход. Я служу свету. Не нужно кланяться. Отличный план. Hello, Sunny. В смысле? Свет дает мне силу. Че не так? Офигеть. Во имя правосудия. Че? Hello, Sunny. Радиус у нее ограниченный. Я служу свету. Want me to fly? I'm flying. Не нужно кланяться. Бестолковая херня. За честь и отвагу! Отличный план. У нас мало времени. Исследование завершено. Где гиппогрифы? Жду приказа. Ни слова больше. Не буди его мне, зверя. Не нужно кланяться. Конечно. Ваш ход. Где враг? У нас мало времени. Конечно.
Hello, Sunny. Я служу свету. Укажите мне путь. Недостаточно золота. Во имя правосудия. Want me to fly? Свет дает мне силу. Какое здоровое. Жалкий глупец. Отличный план. Они получат по заслугам. Конечно. Разумеется. Ваш ход. Не нужно кланяться. За честь и отвагу. Разумеется. Hello, Sunny. Во имя правосудия. За честь и отвагу. Want me to fly? Тащите меня отсюда. Я служу свету. Разумеется. Мой лук всегда со мной. Где враг? Ошибка, вы быстрее. Жду приказа. Я служу свету. Ваш ход. Во имя правосудия. Не нужно кланяться. Я готова. Конечно. Отличный план. Жду приказа. Во имя исследование права. Завершено. Ваш ход. Я служу свету. Свет дает мне силу. За честь и отвагу. Я готова. Укажите мне путь. Не нужно кланяться. Мой лук всегда со мной. Я служу свету. Так, мне нужно как-то быстрее. Во имя правосудия. Hello, Sunny. Want me to fly? Еще и думать надо, в какой момент идти, потому что у этого гигантского ХД, и при том стоит как дирижабль. Hello, Sunny. Бесполезная шляпа, а? Укажите мне путь. Свет дает мне силу. Древо выращено. Я готова. Ваш ход. Во имя правосудия. Отличный это план. Десятерых может переправить. Вообще класс, конечно. Кстати, да? Want me to fly? I'm flying. Где враг? Разумеется. За моего отца! Конечно. Разумеется. Конечно. Свет мой дает мне силу. Со мной. Не нужно кланяться. Жду приказа. Где враг? Не нужно кланяться. Укажите слишком просто. Класс, она что, всех своих задела? Не проблема. Где враг? Исследование завершено. Укажите мне путь. Не нужно кланяться. Ни слова больше. Не проблема. Наши воины вступили в бой. Готово. Свет дает мне силу. Исследование завершено. Hello, Sunny. Want me to fly? Я служу свету. Они получат ваш по заслугам. Слишком просто. Священная роща осквернена. Свет дает мне силу. Упали, а? Из ниоткуда. Hello, появились Sunny. Тут. Want me to fly? Во имя правос. Мой лук исследование завершено. Ваш ход. Недостаточно золота. Исследование завершено. Я служу свету. Hello, Sunny. Я готова. Пусть ковыряние. Покажите мне лунный колодец. Во имя правосудия. Я готова.
Исследование завершено. Порядок. Где враг? Просыпаться. Мы лук всегда. Я служу свету. Когда начинать? Готово. Жду приказа. Свет дает мне силу. Сейчас. Лайта Моркенна. Классика. Только что было два, теперь их три. Я служу свету. Не нужно хвалиться. Я служу свету. Готово. Я готова. Укажите мне путь. Где враг? Жду приказа. Свет укажите дает мне, мне силу. Надо построить эту защиту, чтобы наконец с базы можно было выйти. Нужно отряд хоть какой-то сделать. Готово. То получается мы лимитированы 20 юнитами сейчас. Мой лук всегда готов. Жду приказа. Готово. Во имя правосудия. За честь мне и отвагу! Готово. Готово. Want me to play? Я готова. Жду приказа. Я служу свету. Укажите мне путь. Ни слова больше. Ваш ход. Не проблема. Меня будить! Где враг? Hello, Shani. Готов. Я готова. Ни слова больше. Хорошо. Я служу свету. Мой лук всегда со мной. Hello, Shani. Так, надо понимать, что назад пути не будет. Где враг? Жду приказ. Свет дает мне силу. Роща осквернена. Ну, сразу... Наши воины вступили в бой. Бравые дефендеры. Где враг? Не мой буди его мне, зверя. Жду приказа. Мой лук всегда слишком просто. Жду приказа. Ни слова больше. Мой лук всегда слишком просто. Я укажите свету. Мне путь. Не нужно кланяться. Жду приказа. Где враг? Сейчас. Я готова. Наши воины вступили в бой. Не нужно кланяться. Мой лук всегда. Свет дает мне силу. Ваш ход ни слова больше. О, баллисты сюда притащить. Вообще про нее забыл. Ваш а? Ход. Жду приказа. Не нужно кланяться. Мой лук всегда со мной. Жду приказа. Наши воины вступили в бой.
Не нужно кланяться. Конечно. Мой лук всегда со мной. Когда начинать? Конечно. Свет дает мне силу. Во имя права. Укажите мне путь. У нас мало времени. Ваш ход. Жду приказа. Ваш ход. Бью без промаха. Где враг? Укажите мне путь. Не нужно кланяться. Помидюплай! Ваш ход. Слишком просто. Свет жду приказа. Дает мне силу. Вот эти парящие, а. Это не... со скоростью света. Укажите мне делают. Путь. Наши воины. Когда вступили начинать? В бой. Меня будить. Во имя права. Hello, Shani. Я служу свету. За честь и отвагу. Готовы. Конечно. Ваш ход. Не проблема. Мой лук всегда со мной. Пора просыпаться. Скажите мне путь. Уже пути. У нас ваш мало ход. Времени. Мой лук не всегда со мной. Помидюплай! Свет дает мне силу. Меня будить? Конечно. Hello, Shani! Наши воины вступили в бой. У нас мало времени. Ваш ход. Хорошо. Слишком просто. Жду приказа. Ни слова больше. Меня будить? Не нужно хватить. Когда начинать? Пора ваш просыпаться. Ход. Мой лук всегда со мной. Не буди его готов, мне, зверя. Свет дает мне силу. Меня будить. Трудник есть. Есть чем поживиться. Want me to fly? Hello, Shani. Так, давай. I'm flying. Где враг? Не буди его мне, зверя. Я служу свету. Укажите мне путь. Меня жду приказа. Где враг? Будить. Разумеется. Я служу когда свету. Когда начинать? Где враг? Конечно. Этот лунный кристалл — часть ключа трех лун. Ты должен найти еще два таких кристалла, чтобы открыть эльфийские врата. Крутяк, тот же сорт, что и урна. Ключ положился. Ваш ход. Не нужно кланяться. Меня несомненно плюсик. Будить. Свет дает не мне силу. Не буди его мне, зверя. Зантауэр, как в оригинале, атакует только воздух. Когда начинать? Не нужно кланяться. У нас мало времени. Наши воины вступили в бой. Недостаточно золота. Где враг? Не буди его мне, зверя. Сейчас. Свет дает мне силу. Мой лук всегда. Будить. Вижу цель. Бью без промаха. Я служу свету. Не буди его мне, зверя. Что-то атаковать Сильвана вдруг перестала. И Вирмы тоже перестали. Ну, оно и к лучшему. Жду возможно. Приказа. Не нужно кланяться. Просыпаться. Наши воины вступили в бой. Я готов. Свет дает мне силу. Где враг? Не буди его, зверя. Был гипогриф. Где враг? У нас свет дает мне силу. А теперь его нет. Готово. Недостаточно. Не нужно кланяться. Не буди его мне, зверя. Во имя правосудия. Ваш ход. Слишком просто. Меня жду приказа. Будить. Ни слова больше. Слишком просто. Ни слова больше. Укажите мне путь. Готово. Хорошо. Мой лук всегда со мной. Где враг? Когда начинать? Конечно.
Лайта Моркенна. Меня убить. Конечно, это не вовремя, у нас мало времени. Где враг? Укажите мне цель. Ни слова больше. Во имя правосудия. Не буди Лайта Моркенна. Недостаточно золота. Не нужно кланяться. У нас мало времени. Не буди его мне, зверя. Исследование конечно завершено. Уже в пути. Ваш ход во имя правосудия. Меня будить. Готово. Не буди укажите его мне, просто зверя. Меня конечно будить. Лайта Моркенна. Я готов. Походу мы им армию снесли, раз их так мало прибывает. Ваш ход. У нас мало времени. Во имя права. Меня убить. Жду приказ. Священная роща осквернена. Свет дает мне силу. Здрасте. Не нужно кланяться. У нас мало времени. Во имя права. 4 вирма, вы что, больные что ли? Наши воины вступили в бой. Отличный план. Когда начинать? Конечно. Где враг? Я готов. Не нужно кланяться. Наши воины вступили в бой. Пора просыпаться. Меня будить. Священная роща. Я служу свету. Когда начинать? Меня уже будить! Не буди его мне, зверя! Во имя когда начинать? Разумеется. У нас мало времени. Сейчас. Не нужно кланяться. Где враг? Не буди его мне, зверя! Не нужно кланяться. Когда начинать? Свет дает мне силу. Не буди его мне, зверя, Лайта Моркенна. Не нужно кланяться. Меня убить. Пойдем в первый портал. Мой лук всегда со мной. Бью без промаха. Пощады не будет. Когда свет начинать дает мне силу. Где враг? Меня будить. Я служу свету. Мало времени. Лайта Моркенна! Свет готово дает мне силу. Готово. Шалки, глупец. Сильвана. Наши не буди его мне, зверя. Я служу у свету. Нас мало времени. Конечно. Не нужно кланяться. Нет, не заходите будить туда. Ваш ход. Бью без промаха. Свет дает мне силу. Когда начинать? Меня будить. Я служу свету. Не нужно кланяться. Разумеется. Конечно. У нас мало времени. Меня где враг будить? Разумеется. Отличный план. Не буди его мне, зверя. Не нужно кланяться. Я готов. Сейчас. Укажите мне путь. Меня будить. Жду приказа. Не буди его мне, зверя. Ваш ход. Вижу цель. Пора. Когда начинать? Лайта Моркенна. У нас я мало готов времени. Уже в пути. Я служу свету. Всегда со мной. Наши воины вступили в бой. Сыпемся мы, а? Выберите другое место. Во имя правосудия. Я служу ваш свету ход. Не буди его мне, зверя. Где враг? Укажите мне путь. Не нужно кланяться. Всегда со мной. Меня будить. Пора просыпаться. У нас не нужно кланяться. Укажите мне путь. Свет дает мне сил. Не буди его не мне, зверя. Жду приказ, я готов. Где враг?
Свет дает мне силу. За честь и отвагу! Так, наши воины вроде порядок, почти никого не осталось тут. Сейчас еще подкрепы придут. Я готова. Пора просыпаться. Свет дает мне силу. Когда начинать? Не нужно кланяться. Где враг? Не буди его мне, зверя. Лайта Моркенна. Пускай там стоит Сильвана. Не нужно кланяться. Ваш ход. Я служу свету. Где враг? Когда начинать? Во имя права. Укажите мне путь. Слишком просто. Ни слова больше. Меня будить. Я служу свету. Когда начинать? Свет дает мне силу. Мой лук всегда со мной. Ваш ход. Стреляю. Во имя права. За моего отца. Укажите мне путь. Не нужно кланяться. Во имя правосудия. Поздно просить пощады. Не нужно кланяться. Что вы запарили, а? Во имя правосудия. За моего отца! Теперь я действительно зол. Я служу свету. У нас мало времени. Не нужно кланяться. Мне зверя. Свет меня дает мне силу. Священная не нужно кланяться. Я готов. Во имя правосудия. Не буди его мне, зверя. Уже в пути. Свет дает мне силу. Меня будить. Я служу свету. Не нужно кланяться. Когда начинать? Мы готовы всегда. Где враг? У нас мало времени. Наши воины вступили в бой. Во имя права. Золотой рудник обрушился. Меня будить. Ясненько. Я служу свету. Я готова. Жду приказа. Слишком просто. У нас мало времени. Где враг? Не буди его мне, зверя. Меня будить. Свет дает мне силу. Hello, я готова. Want me to fly? Где враг? Во имя правосудия. Пора просыпаться. Свет дает мне силу. Когда начинать? Сейчас. Не буди его мне, зверя. Я готова. Hello, Sunny. I'm fine. У нас мало времени. Свет дает мне силу. Когда начинать? Кто-то даже не ТП-шнулся. Укажите мне путь. Просыпаться. Где враг? Наши воины вступили в бой. Когда начинать? Не нужно кланяться. Лайта Моркенна. Ваш ход. Бью без промаха. Где враг? Наши воины вступили в бой. Жду приказа. Свет дает мне силу. Где враг? Покажите мне путь. Не нужно кланяться. Когда начинать? Где враг? Не нужно кланяться. Где враг? Что делать уже, блин, застряли тут на годы. Наши воины вступили в бой. Я служу свету. Жду приказа. У нас мало времени. Когда начинать? Священная роща осквернена. Во имя правосудия. Не буди его мне, зверя. Ну, весело. Меня наши воины вступили в бой. Я служу свету. Когда начинать? Еще умудряются на меня войска посылать. Во имя правосудия. У нас мало времени. Не нужно кланяться. Наши укажите мне путь в бой. Я служу свету. Мою пощады не будет. Меня будет. Они мертвы. У нас мало времени. Где враг?
Я служу свету. Где враг? Отличный план. Это никак не сдохнет, а? Вечно живая. Во имя правосудия. Конечно. Не, вечно мертвая. Где враг? Они получат по заслугам. Готово. Второй кристалл наш. Будить. Свет дает мне силу. Ну и что, остается только третий кристалл и толпа возле ворот. И дело в шляпе. Во имя правосудия. Когда начинать? Дом осада. Планы вместо орков люди, получается. Я готов. Я сада до ворана. Завершено. Где враг? Я служу свету. И плюс еще Доб Гуал, который автор решил добавить сюда. Не нужно плакать. Жду приказ. Священная роща осквернена. Во имя правосудия. Меня будет. Не нужно плакать. Воины вступили в бой. Во имя правосудия. Чё там? Мой лук всегда со мной. Меня будет. Священная роща осквернена. Где враг? Уже пути. Сейчас. Наши воины вступили в бой. Во имя правосудия. Меня будить. Не нужно хватать. У нас мало времени. Во имя правосудия. Уже пути. Лайта Моркенна. Конечно. Священная роща Лайта Моркенна. Конечно. Когда начинать? Я служу свету. Наши воины вступили в бой. Укажите мне путь. Где враг? У нас мало времени. Когда начинать? Я служу свету. Мой лук всегда со мной. Так, не туда воюешь. Вижу цель. Сюда, сюда. Ну, баллисты с ней, а. Не буди его мне, зверя. Что ж так везет? Наши воины вступили в бой. Где враг? Меня будить! Лайта Моркенна! Эй, я только что ее убил. Откуда она ТП-шнула? Свет дает мне силу. Конечно. Ваш ход. Когда начинать? Недостаточно золота. Во имя не буди его мне, зверя. Я служу свету. Меня будить. Сейчас. Укажите мне путь. Пощады не будет. Творишь. Наши воины во имя вступили в бой. Не буди его мне, зверя. Я служу свету. За честь и отвагу. Они получат. У нас послужат. Мало времени. Разумеется. Лайта Моркенна. Не нужно кланяться. Меня будить. Наши воины вступили в бой. Во имя не правосудия. Не буди его мне, зверя. Сейчас. Блин, офигеть, а чё она такая живучая? 10 000 раз уже убил её. Так, куда пропадает баллиста? Мой лук всегда со мной. Весело. Свет дает мне укажите силу. Мне путь. У нас мало времени. Hello, Sunny. Я служу свету. Меня будить. Где
Не нужно кланяться. Жду приказа. Свет дает мне силу. Давайте сидеть не будем, что тут делать. Что-то и нечего. Где враг? Заберем ключик и сваливаем. Отличный план. Наконец-то. Третий кристалл. Стоп. Нам удалось собрать. Офигеть, а. Ключ трех лун. 10 000 сильван. Want me to fly? I got a flying machine. Hello, Sunny. Свет дает мне силу. Ваш ход. Okay. Укажите мне путь. Want me to fly? Hello, Sunny. I'm flying. Не нужно кланяться. Конечно. У нас мало времени. Где враг? Want me to fly? Свет дает мне силу. Меня будить? Так, будем всех отправлять. Want me to fly? I'm flying! Hello, Sunny! Want me to fly? Hello, наши Sunny. Воины вступили в бой. Не нужно кланяться. Когда начинать? Где враг? Конечно. Сейчас. Мой лук всегда со мной. Want me to fly? Ты офигел так быстро резаться. Не нужно кланяться. Отличный план. Hello, Sunny. I'm flying. Я служу свету. Разумеется. Не буди его мне, зверя. Во имя правосудия. Конечно. Укажите мне путь. Ваш Наши воины вступили в бой. Не проблема. Want me to fly? Меня будить? Я служу свету. Не буди его мне, зверя. Мой лук всегда со мной. Жду приказа. Ни слова больше. Hello, Sunny. Наши воины вступили в бой. Укажите мне путь. Слишком просто. Не нужно кланяться. Разумеется. У нас мало времени. Когда начинать? Где враг? Все. Наконец-то. Да, так-то лучше, чем уничтожать все. Ворота открыты. Как только мы разделаемся с Сильваной, эльфийские земли будут нашими. Будьте вы прокляты, твари! Что же нужно, чтобы остановить вас? Давай, иди сюда, эта что-то пришла. Эта женщина начинает действовать мне на нервы. Окей, этого тоже позади. Что ж, осада Сильвергарда, Люна Света, или Нежить Света. Нежить Света, да. Короче, мы узнаем, что будет в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте к себе, оставляйте комментарии. С вами был я, Павел Первый, и увидимся. Всем пока.